Я зашла в Перекресток. Здесь я покупаю корм, Ричку. Дело в том, что мне сказали, что здесь в Перекрестке на третьем этаже открыли рукодельный магазин. Это Оренбург, центр. Как раз я живу рядом с Перекрестком. Мне очень интересно посмотреть, что же в этом рукодельном магазине. На самом деле я не планирую ничего покупать. Я хочу только посмотреть. Надеюсь, получится у меня. Сейчас мы с вами будем искать рукодельный магазин. Вот, девочки, все для шитья и рукоделия. Леонардо от меня находится далеко, а этот магазин находится рядом с моим домом. А, они меня хотят разорить. Магазин «Иголочка». Девочки, они открылись рядом с моим домом. Меня хотят разорить. Ой-ой-ой. Сколько всего интересного. Девочки, начну я свой обзор самого любимого нашего отдела. Это наборы. Мой любимый отдел. Сейчас посмотрим, какие здесь наборчики. Панна. О, ничего себе. Смотрите, какие панна, сэмплеры. Кстати, я такие не видела. Это все сэмплеры, да? Круто. Круто. Интересно по ценам посмотреть. Отличаются ли они от Леонардо? Дело в том, что Леонардо для кого-то самый дорогой магазин, для Оренбурга это самый дешевый магазин. А цены я еще не сравнивала. Если здесь цены не дороже, чем в Леонардо, то в Леонардо мне вообще теперь незачем ехать. Я теперь каждый день, когда выхожу гулять, могу заходить сюда. Смотрите, какие интересные наборы классные. Супер. Девочки, это просто рай для нас, вышивальщиц. Смотрите, сколько шнурок. Смотрите, разного цвета шнурки. Кто, девчонки, шьет? Какие классные шнурочки. Кстати, не хотела ничего покупать, но эти шнурочки очень подходят к игрушкам. Правда, немножко толстоватые. Может быть, я найду сейчас здесь потоньше атласный шнурок. Видите, не хотела ничего покупать и вдруг вспомнила, что для моих игрушек елочных нужны шнурочки. Пяльца. Девочки, смотрите, я попробовала вот такими пяльцами вышивать на таких пяльцах, только не вот на таких жестких, а вот эти, которые дешевые, вот помягче. И что хочу сказать, лен и равномерка, лен, линда, вот равномерки очень хорошо запяливаются вот в эти пяльца, просто клево. Так, а это, смотрите, гамовские пяльца, очень похожи на нурги. Я их, правда, еще не пробовала. Девчонки, попробовала нурги. Обалденно мне понравились. Запяливала туда лен 28-й кэшел. Вот эти пяльца очень даже классные. Смотрите, цена на большие пяльца 59-69. А, маленькие 59, большие 69. Ну, что хочу сказать. Цены вообще прекрасные. 35 рублей пластмассовые пяльца. Вот эти мои любимые пяльца. У них диаметр 20 сантиметров, по-моему. Ну, 18-20, они разные бывают. Так, что здесь написано? 210, 21 сантиметр. 38 рублей всего, девочки. Я всегда вышиваю на вот этих пяльцах. Какие дорогие у меня есть пяльцы, мне их все дарили. Дорогие я никогда не покупала, я покупала только вот такие. Вот, ну, смотрите, какие они классненькие. И вот какие красивые. Вот, 41 рубль. Цвет очень красивый. Ой, девчонки, действительно, смотрите, какой выбор обалденный. Рамы есть. Кто ищет в Оренбурге рамы, посмотрите, разного размера рамы, гамовские. Классно, классно. Это мини-станочек. Ну, вообще, ассортимент прекрасный. Магазин только открылся, но уже ассортимент очень даже здоровский. Нитки гамма. Ну как же я не куплю нитки гамма? Мне нужны черные нитки в подарок. Кстати, я собираю подарок, и нужны нитки. Поэтому я обязательно должна взять черные нитки. Видите, как я ничего не буду покупать. Но подарок святое дело. Я не только люблю подарки получать, очень люблю дарить. Мулине ПНК есть. ПНК Кирова, смотрите, вся палитра есть. Кстати, вот я не знаю, какие Алене взять, ПНК ниточки или гамма. Я сейчас сравню черные, те и те, и посмотрю, какие лучше. Потому что там на процесс, помните, я Хэллоуин вышивала. Алена тоже захотела вышивать такой сюжет, поэтому я ей покупаю канву.
такую винтажную, окрашенную пятнами. Ну, в общем, точно такую же, как у меня. Вот вы сейчас видите картинку. Это тот сюжет, который я вышивала. Алене он понравился. И я ей хочу полный комплект, вот как у меня был, также ей собрать. Книги. Девчонки, очень много книг. Посмотрите, какая есть книга. Французская вышивка. Вот такая книга у меня есть. Я ее заказывала в магазине «Мир вышивки». Кстати, вам еще обзор я не показывала. Так, цен нет, есть терминал. Девушка напишет, товар не найден. А девчонки, магазин новый, там в терминале не все еще цены, а есть. 634. Ну, это дешевле цена, чем я смотрела в Читай-городе. Вышиваем мандалы. Я вам уже говорила, что я хочу в будущем собрать небольшую библиотеку рукодельных книг. Вот одна уже у меня есть для начала. Но, вернее, не одна, давно я тоже уже покупала. Вот видите, вот вышиваем мандалы, мне интересно про них почитать. Оттеночное вышивание гладью. Школа вышивания. Вышивка лентами. Кстати, кто не знал, я вышиваю лентами. У меня есть отдельный плейлист. Правда, немного у меня работ, но я тоже умею вышивать лентами. Наборы жар-птица. Начиная от маленьких, заканчивая большими. Канва, девочки, канва. Ткани для пэтчворка. Швейные машины. Ленты. Ну, в общем, девчонки, все. Я теперь постоянно сюда буду ходить. Пряжа. Магазин только открылся, но ассортимент большой, потому что я когда-то искала вот такую вот пряжу разных расцветок, и в Леонардо был маленький выбор, а здесь много. Алина, дочка моя, еще не знает про этот магазин, я ей сейчас приду, расскажу. Она у меня вяжет игрушки из велюровой пряжи. Вот, пожалуйста. Так, вот эту пряжу, по-моему, так, Аделия. Кстати, Алина у меня разбирается в велюровой пряже. Вот, уже она у меня часто принимает участие в трансляции и там отвечает на вопросы по поводу пряжи, какая ей больше нравится. Ну, я точно знаю, что она любит Yarn Art Dolce. А вот про эту пока ничего вам не могу сказать. Она здесь по цене 178 рублей. Здесь леска, мононить, бусины. Инструменты, девчонки, всякие, иглогубцы, длинногубцы, даже вот такие инструменты, щипцы, щипцы-пробойник. Это, наверное, чтобы клепать кнопки на одежде. Я помню, раньше у нас с мамой было какое-то приспособление такое ручной работы, молотком мы это делали, а сейчас вот такие, оказывается, есть инструменты. Но я сейчас этим не увлекаюсь. Так, вот наборчик классный. Вот такие мини-щипчики, 700 рублей 3 штуки, для тех, кто увлекается бисероплетением. У меня, кстати, есть такой наборчик, правда, чуть покрупнее, но эти очень удобные, вообще прям хоть для косметички. Представляете, рукодельницы в косметичке будут щипцы разных размеров, не только ножницы. Вот, кстати, тоже какой набор высококачественных инструментов. Девочки, рукодельная косметичка. У всех нормальных людей губная помада и маникюрные принадлежности. А у нас с вами набор инструментов. Моя любимая чудесная игла. Кстати, немножко хочу расхомячиться. Не знаю, пересматриваю сейчас свои наборы. Девчонки, вот представляете, одновременно хочется что-то продать и тут же хочется что-то купить. Что это такое, не знаю. Лизелин. Клеевой. Кстати, вот клеевой флизелин у меня теперь рядышком есть. Кстати, магазин работает допоздна. Очень люблю вечером гулять по магазинам. И очень удачненько, что у меня рядом магазин теперь работает допоздна. Вот иконы. Это иконы ювелирным бисером наверняка вышиваются. Да, написано ювелирный бисер. Игрушки. Девчонки, кто увлекается игрушками, кто шьет. Вот здесь тоже очень большой выбор. А также очень большой выбор контейнеров. С коробочками, что ли, с отдельными. Кстати, я под бисер еще не приобрела вот такой большой контейнер с мелкими коробочками. На Алиэкспресс такой есть, я еще не смотрела цены. Здесь контейнер стоит 545 рублей. Так, ну я точно не знаю, это отдельные коробочки или нет.
Ну, сейчас не буду спрашивать, потому что я сегодня покупать не буду. Я обычно продавцов мучаю, когда если что-то хочу купить. А так, в принципе, не буду отвлекать, спрашивать. Если вам интересно, вы можете приехать в магазин, сами спросите. Этот магазин, оказывается, он работает от Леонардо, но здесь действует система скидок. Сейчас я спрошу, какая именно. Вот, девочки, смотрите, если вы делаете покупку на 500 рублей и более, то на следующую покупку бонус у вас 50 рублей. То есть здесь бонусная, видите, система. В Леонардо такого нет. У меня, правда, в Леонардо есть карта 5% скидочная, но так, я сейчас спрошу. А у вас, девушка, предусмотрены карты? Нет, нету, да? То есть в Леонардо там 5%, а у вас бонусная система. А по ценам, девочки, я спросила, а цены здесь на какие-то товары такие же, как в Леонардо, на какие-то ниже, то есть немножко все-таки отличаются. В общем, я все расспросила. Надеюсь, вам тоже этот магазин понравится. Находится он напротив театра музыкальной комедии. Торговый центр «Восход». Девочки, смотрите, для тех, кто живет в районе, вообще очень удобно, есть сайт. И вы можете на сайте сделать заказ, а забрать его здесь. То есть очень даже удобно. Из дома все посмотрели, заказали. Посмотрите, вот игла.ру. Девочки, только не путайте, пожалуйста. Я вам в предыдущих видео рассказывала иголочка.com.ua. Это украинский сайт. А это, видите, наш игла.ру. Магазин «Иголочка». Вот видите. Девочки, смотрите, я вот сейчас нитки выбираю. А вот эта гамма 0420, а это ПНК Кирова. То есть самые черные нитки у гаммы, да, это вот такие. И у ПНК. И смотрите, я их сравниваю. Вы видите, у гаммы какие нитки немножечко белесые, а у ПНК черные-черные. В общем, я делаю вывод вот сейчас, что если вам нужны черные нитки, и вы выбираете, какие именно вам выбрать, то выбирайте ПНК. Потому что они прям такие насыщенно черные, а гамма, они белесые. Вот смотрите, номер получается 0420. Ну, это самые черные нитки. Я не знаю, может есть чернее, но здесь я не вижу. По-моему, это номер черных ниток. Вот, поэтому я беру для Алены ПНК. Девочки, вот этот сюжет, который я вышивала на Хэллоуин, поскольку крупный был каунт канвы, я вышивала в 4 нити. Ну, раз вышивала в 4 нити, значит, я для Алены беру под 5 мотков, чтобы уж хватило наверняка. Гамма стоит 17, ПНК 15. И вот по цвету они мне понравились больше. Так, и еще нужен мне один цвет, такой зеленый болотный, для того, чтобы вышивать листочки. Ну, этот сюжет вы уже видели, я его вышила, и Алена будет вышивать точно такой же. А дело в том, что эти листочки я просто выбирала на глаз. То есть я не знаю, какой там был номер вот на этих зеленых листиках. Там окошечки и листья вышиваются зеленым цветом. Там используется его немного, нужен всего один моточек. Ну вот, мне вот этот цвет понравился, что-то другого я не присмотрела здесь. Ну, я думаю, вот так нормальное будет сочетание. Нужны осенние листья. Там на дереве уже листья облетели. Сейчас вы видите, наверное, ярче зеленые. Ну-ка, сейчас еще посмотрим. Ну, вот это будет слишком ярко. Это яркая зелень. Однозначно на позднюю осень не тянет. Это будет все-таки бледненько как-то. Вот это очень красиво, ярко-желтый, но я вышивала приглушенно желтыми. В общем, я не знаю, какие понравятся Алене, поэтому, наверное, возьму и те, и те.